Доброго времени. Деревня Сороги, Минская область, Слуцкий район. Продается вот такой вот дом. Асфальтированный подъезд. Вот с этой стороны он так смотрится. В ту сторону школа, садик, церковь, магазины, сельсовет, клуб есть даже, наверное. Асфальтированный автобус, я говорил, автобус ходит. Пойдем так с большего покажем. Электричество в доме есть. Есть. Подведено. Печка, грубка. Печка, грубка. Номер 98. Вот такой вот дом. Под домом погреб есть. Сегодня кратенький такой видеообзор, небольшой, дорогие друзья. Ну там дальше сад. Не знаю, смотрите, под дачу 2000 нормально. Одни чугунки у нас в заборе сколько стоят. $5 штука. С этой стороны завалено, если бревно не увидим, но я думаю, фундамент же есть какой-то. Это вот веранда, это не основная часть. Она отсюда. Цена $2000 по курсу Нацбанка, это на белорусские деньги где-то 1700-1600. Хозяин есть, контакты есть, документы есть, торг присутствует. Вот, смотрите. Все, спасибо этому дому, поедем к другому.